Всем знакам зодиака 8 августа на работе лучше решать задачи, которые не требуют моментальных действий. Овны, при общении с коллегами или партнерами будьте смелее. Избегайте шаблонов или стереотипов в разговорах. Больше времени уделяйте своим непосредственным обязанностям, чтобы успеть все закончить в срок. Рисковать в этот день не стоит, есть шанс многое потерять. Тельцы, решая 8 августа свои проблемы, будьте осторожнее, не совершите еще больших ошибок. День подходит, чтобы отказаться от каких-то вредных привычек, начать новую диету или заняться спортом. В личных отношениях все стабильно, не забудьте говорить больше комплиментов своей половинке. Близнецы, вам новым днем не следует гнуть свою линию во что бы то ни стало. Ищите компромиссное решение, подстраивайтесь под изменившиеся обстоятельства. Активность и инициативы помогут вам приблизиться к своей заветной цели. Также будьте готовы к переменам в жизни. Визуализируйте желаемое. Раки, готовьтесь к активному и плодотворному дню. Вам придется решать проблемы, участвовать в различных мероприятиях и общаться с деловыми партнерами. Надейтесь на лучшее, у вас все получится. Новые большие проекты лучше отложить, пока у вас может не хватить энергии на все задуманное. Львы, вас ждет удачный день для планирования путешествия, новых знакомств и веселого общения. Все это поднимет вам настроение и поможет справиться с небольшими проблемами в течение дня. Не бойтесь делиться своими планами с окружающими. Они вас поддержат и дадут полезный совет. Девы, близкие нуждаются в вашем внимании и участии. Помогите им разобраться с проблемами, поддержите морально. Вам полезно обратить внимание на свое самочувствие, сходить на массаж или в бассейн. Пикник на свежем воздухе в компании друзей также поднимет вам настроение и зарядит оптимизмом. Весы, поддерживайте свой позитивный настрой. Старайтесь больше находиться с людьми, которые вас вдохновляют, учат чему-то новому. Также займитесь хобби или любимым делом, чтобы отогнать мрачные мысли. Предложения, которые вам сделают, могут оказаться выгодными и интересными. Скорпионы, ваша решительность и упорство помогут вам в продвижении по карьерной лестнице. Прислушивайтесь к разговорам, не пропускайте мимо ушей интересную информацию. Вы можете узнать чью-то тайну или секрет. Новые дела отложите на другой день. Стрельцы, у вас впереди день благоприятный и удачный. У вас высокий уровень энергии. Вы готовы осуществлять свои планы и решать важные задачи. Мелкие детали будут играть важную роль. Стоит проявлять к ним внимание. Находитесь в центре событий, демонстрируйте свои лучшие деловые качества. Козероги, чем больше вы будете общаться и рассказывать о своих планах, тем выше шанс, что на вас обратят внимание и сделают выгодное предложение о сотрудничестве. Помощь близким людям, участие в их жизни поднимет вам настроение и придаст больше уверенности. Все проблемы решайте сообща. Водолея, вас ждет день интересный и насыщенный. Впереди сюрпризы и неожиданности, которые принесут много ярких эмоций. Остерегайтесь манипуляторов, которые захотят вас обмануть и использовать в своих интересах. Уделите внимание своему самочувствию. Больше отдыхайте, правильно питайтесь, высыпайтесь. Рыбы, известия, которые вы получите, будут важными и изменят вашу жизнь. Надо быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства и использовать все удачные шансы. Общение с коллегами или с профессионалами даст вам полезный опыт и новые знания. Вы почувствуете себя увереннее. Всем знакам зодиака 8 августа лучше избегать тяжелых физических нагрузок и жирной пищи. Звезды знают, что говорят.